не секрет, мы имеем уже контракт для опытной боевой эксплуатации. 2 батальона «Армат» танков и 1 батальон тяжелой БМП. У нас есть возможность посмотреть их в реальных условиях, выявить все недостатки. Параллельно завершаются работы над новым боекомплектом для танка. Все виды выстрелов. Государственные испытания начнутся в этом году и будут продолжаться до конца 2019 года. В 2020 году у нас финиш по всем новым образцам. И, по всей видимости, после этого мы будем принимать решение уже о серийных крупных закупках.